myself if I said that I'm never coming back. Can't remember all the things that you said or the reasons why I left. But now this room is spinning while I'm trying just to fill in all the gaps. You saw. Так, ну что, всем здорово, здорово, ребятишки, ребятки, девчонки, девчули, в общем, всем огромнейший привет. А на связи, как всегда для вас, работаю я, Герман Громов, это Arena for Gaming, ну и, конечно же, клановый турнир, которого мы так заждались. На самом деле, давно этого ивента не было, но это, на самом деле, с почином меня, потому что я первый раз стримлю именно. Потому что именно в первый раз я вот стримлю этот ивент, никогда раньше не стримил, но в первый игровой день у нас, так скажем, играют девочка интернет и Access, первая игра сегодняшнего игрового дня, ну и карта деловой центр. В принципе, все по дефолтску, ну и давайте, в принципе, также по дефолту пройдемся по составам команд. За команду девочка интернет отыгрывают у нас Куза, Канада Слай 3-2-2, Милости, Меридиан, ну и, конечно же, Мадрид Легенда М. Ну, пусть будет Мадрид, просто Мадрид, дабы не ломать себе язык. Ну а за команду Access отыгрывают у нас Flipside, Jacton, Distract, Reducto и Chic. Вот такие славные ребята. Привет сиреневой Насте от Канады Slide 3-2-2. Сиреневая, я вижу на стриме, да, залетайте. Привитос. Так, ну что? В принципе, мы с вами уже в полной боевой готовности, я готов уже заряжаться на эту катку, ну и, конечно же, на следующие две, потому что сегодня три карты к вашему обзору будет представлено. Вот первая, как раз таки, девочка интернет против Access, ну, а дальше уже непосредственно, как там скажут, кого стримить, того и будем стримить. Так, Access, азербайджанский флаг, я так понимаю? Понятно, сейчас поменяем. Сорян. АЗ. Так. Так, почему? Я не понимаю, почему у меня... А, вот, все правильно было, я почему-то поменял несколько раз зачем-то. Так, ну, в принципе, все уже готово. Готово к проведению. Ну и давайте, в принципе, пора уже начинать. Пыщ, это вот с этого, во-во-во. Все, наконец-таки, ребята, заактивничали, ну и показывают свои инвентарии, жмут кнопку готов. И что же, начинаем. Всем еще раз привет, ребят, кто только что подключился. Девочка на флаг-рашке заехала. Да, я вижу. Немножко не совсем круто. Да, сейчас попробую это поменять. Вот так. Получится, нет? Нет. Ну, это значит, ну, просто слишком длинное название. Определенные поля есть, на которые можно заезжать, на которых нет. Но вот, собственно говоря, долгое название. Можно назвать... Девочка, нет, Explorer тоже длинная. Ну ладно, не столь примитивно и столь важно. Главное, что начинаем наконец-таки с вами катку. Деловой центр, Access отыгрывают у нас за атаку, девочка интернет в обороне. Ну и помню, что вчера девочка интернет на самом деле очень жестко попинали своих соперников. Ну и посмотрим, как сегодня. Ой, что это за пролаги какие-то лютые были сейчас, но что-то у всех пинг. Одна палка, но я надеюсь... Ой-ой-ой, у меня вообще три палки. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Что творится с пингом? Так, надеюсь, да, вроде вот все нормализовалось. Ну что, поехали, дамы и господа. У нас уже есть вылазка под длиной. Меридиан уже на кассе стоит, готов лучше принимать заход в альфу. Ну и посмотрим, получится ли у него принять как раз эту позицию. Милость отыгрывает нас щит, а по МН-200 неплохо. Что за пролаги? Это у меня пинг скачет, ребят, сорян. Не знаю, с чего это вдруг интернет зашалил. Но надеюсь, все будет хорошо в последующих раундах. Ну что, у нас есть уже первый минус. Меридиан отпадает. И Access довольно-таки неплохо начинает свое покажение. Баплет. Куза. Забирает Чика. Уже неплохо. Да что ж ты будешь делать?
была установлена. 4, 2 палки, 1, господи, так невозможно смотреть. Так, давайте я, наверное, браузер закрою, все закрою. А то это вообще нехорошо. Ну а тем временем, все-таки команда. Девочка интернет довольно-таки успешно справилась с численным меньшинством и завоевали себе первый раунд все-таки. Хотя, казалось бы, Аксесс довольно-таки уверенно. Задоминировали в начале раунда, но тем не менее. Ну что, есть первый контакт на длине, Флипсайд перестреливался с Кузой, но друг по другу они вообще никак не попали. Дальше у нас есть выход под инсайд, Карадо Слай снова принимает у нас шорт трансмусорки. Ну а вот здесь у Меридиана очень интересная позиция, будет сейчас принимать своих оппонентов, но редукт его грамотно прочекал. Ну что, будет ли дальше выход на стрит или нет? Откидывают гранату, и под эту хаешку на самом деле неплохо выходил редукт, но если бы попал в голову, моментально убил бы. А вот Мадрид, тем не менее, забирает уже Чик, Меридиан через шерму забирает у нас редукта, ну а Джакман в это время разменивается. Как раз по Меридиану. Джакман в тэшке, а Мадрид, в принципе, понимает. Понимает, ну и вот он есть нашив, но не попадает через дверь вообще ни одного патрона Мадрид. Ну и по правой стороне стрита уже окопался непосредственно Джакман, ну и нужно как-то делать либо общую перетяжку, либо стараться сделать минус. Но минус сделать не получается, Мадрид забирает еще и Джакмана, поэтому 2 в 4 эта игровка, дистракт вообще жмет поджимы с длины. Ну наконец-таки с интернетом все наладилось, ребят, еще раз приношу извинения. Но вот Куза, Куза сейчас, возможно, главная фигурирующая, так скажем, мать команды. Девочка интернет будет фигурировать на длине, но и смотрим. Есть перестрелка с дистрактом, но дистракт уже ушел на нижнюю часть рефра. Спрыгнул с него, ну и дальше. Дальше, будет ли контакт или же все-таки. Флипсайд. Флипсайд здесь неплохую позицию занимает, но видим мы, что его, в принципе, никто не смотрит. Вот теперь Мадрид только может сейчас на него наткнуться, натыкает и делает трипл килл, но Кузу также завершает парад фрагов. Отлично, хедшоты по дистракту, это 2-0. Ну и пока что действительно команда девочка интернет довольно-таки уверенно себя чувствует за сторону дефенса. Ну что, едем дальше, 2-0, пока что не подают надежды Аксесса у нас, но если сейчас заберут раунд, то будет, возможно, все у них неплохо. Мадрид, тем не менее, опять забирает Чика, у нас снова преимущество за девочкой интернет. Мадрид довольно-таки динамично отыгрывает 6 фрагов уже за третий раунд, он имеет неплохо, это стабильно 2 фрага за раунд. Конечно же, статистика очень клевая. Редукт здесь подает шум, ни больше, ни меньше. А вот и Флипсайд подрывается с хаишкой. Канада слайд. Отличная граната. Ну и Меридиан слышит о нем, в принципе. Канада. Ой, точнее, Куза отлетает у нас от Джактона. Но у Джактона 7 хп, его должны прошивать. Ой-ой-ой, 1 хп через дверку сняли ему. Ну, конечно же, это будет тяжко подальку. А вот дистракт. И о нем не знаю. Ну как ты плохо выходишь, дружище? И Канада слайд просто ставит невероятную пачку по дистракту. И 2 в 2 отыгровка. Джакон. 7 хп, 6 уже на его счету. Ну и выбивание не то чтобы равное. Оно не совсем равное, потому что преимущество по хп очень большое у команды девочка интернет. Буквально одна шальная пуля залетит через ширму, и Джакон может кочевать. И ждать до следующего раунда. Ну что же. Джакон очень аккуратно отыгрывает сейчас. Он захватит спину, делает очень важный минус, забирая милости. Ну и 2-1, Аксесс все-таки отвечает хорошим раундом. Мы 2-1, недалеко отпускает своих оппонентов, но, тем не менее, еще один раунд отделяет их от команды девочка от интернет. Ну что, поехали дальше. Куза чекает у нас пробег на длину, там никого он не найдет. Все окопались под резкой тире подальше, но чтобы сделать какой-либо минус, надо, конечно, приложить какие-то максимум усилий. Альфа отыгрывается на самом деле очень как-то непонятно от команды Access. Да, они сначала откидывают дымы и так далее, но нету синхронных каких-либо действий. То есть да, там хаешка в плен, там или хаешка в нуб, а вот хаешка, кстати, прилетели, о которых я говорил, и Мадрид, возможно, отлетит сейчас. Нет, Мадрид еще и выживает. А вот у редукта очень мало хп, также Канада слайд. Ой-о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 й, дистракт, как же так? И остается один лишь Джактон. И Канада слайд завершает, в принципе, этот раунд, но там на самом деле дистракт с квадрата, не знаю, как не забрал своего оппонента. Но, как бы то ни было, это 3-1, девочка интернет удваивает свое преимущество в раунде.
Ну что, смотрим, мы снова, как дефолтно, в принципе, один подальфу, два ЦК будут отыгрываться, один рез пешнего поджима. Ну а 3-2 отыгрывают также дефолтной расстановкой команда девочка интернет. Ну что? Джак. Чекай Диго. А вот хороший тайминг ловит как раз таки Джак. Он откинул флешку по дом, не позволил выйти сопернику на прием и забрал план Б. Ну что, снова выход уже под бет. У нас Филлс отвечает хорошим минусом, но здесь уже Мадрид должен неплохо вышивать по Джаксону. Минуса не осуществляется, но по-прежнему 4 в 3. В доме зажали сами себя, почему вы зажимаетесь в доме? А вот это неждан, Мадрид. Меридиан, прошу прощения, забирает Чика, но редуктор моментально его разменивает. Ну и здесь, конечно же, сами себя защемили в доме команда девочка интернет. Ну, Мадрид вроде из этой ловушки, которую они сами себе создали, выбирается. А если сейчас он убьет редукта, это можно просто делать паски фьюз. Но нет, там уже все-таки да. Уже и со стрита бежит. Но это, конечно же, 3-2. 3-2, Аксесс довольно-таки сейчас бодренько вышли на Азигу, развели дальше под Альфу. Ну, отличный, в принципе, в целом раунд от них. Ну что, ехало далее. 3-2, ну и здесь действительно наблюдается борьба с коллективом. По скиллу примерно равны, стреляют все и вся, но за исключением Чик. И Чик пока 0-5 отыгрывает. Вообще ни одного фрага сделать не может. Надо почувствовать, парни, что такое сделать фраг, ну а дальше, думаю, он разойдется. Дистракт, тем не менее, Мадрид ловит опять же на аркаде. Милость, перетрел мусорки вместе с Джактоном. Посмотрим, получится у него или нет. Ой, какая пачка через дверь. Неплохая милость, флексайд у нас откидывается. Ну и смотрим дальше. Джактон уже не рискует с Толерьяном выходить на Зигу. Ну и понимает, чем ему это светит. А вот ХХЕшка действительно хорошая залетела. Почти не флешка была. Ну и снова под флешку Джактон вылетает. Не попадает по милости. Ну и Чик наконец-таки свой первый фраг делает, забирает канату слайм, здесь редукта. Редукта нашивает, через ширму по меридиану остается 15 кп у этого товарища, еще одна пачка от него есть, ну и 3-3, дамы и господа. Паритет установлен, количество раундов уже равно. Ну и командам теперь действительно здесь можно начинать все с чистого листа. Чик наконец-таки сделал свой фраг. Ну и посмотрим, может после этого фраг как раз-таки разойдется. Дистракт снова на квадрате отыгрывает, флипсайд будет помогать при выходе на длину. Снова милости пытался прожать у нас на шорт, ну и не особо удачно получилось. А вот и Чик, как раз таки о чем я и говорил, разошелся, забрал меридиан у нас в тэшке. Милости забирает флипсайду, 3-3 от игрока, но альфа практически пустая, один Мадрид у нас на заходе в альфу. Ну и, собственно говоря, будет сейчас перестрелка, Чик! 29 хп у него остается, ну и должен забирать его Мадрид, да, но не знал о втором человеке, это, конечно же, дистракт. Ну и дистракт его здесь должен перебривать, да, так совершается все. Ну и а здесь в дом можно сказать Джактону. А все, Джактон здесь просто должен хоронить, да, Джактон хоронит, это 4-3. Ну что же, 3 раунда подряд забирают у нас Аксесс, довольно-таки неплохо. Еще один раунд остается для того, чтобы забрать лидерство, так скажем, на первой стороне. Это уже будет 100% лидерство, с которым они уйдут на смену сторон. А вот здесь поджим от Кузы. Вот что интересно. Ну и здесь будет контакт. Есть пачечка. Тут липслайду. Будет дальше аркадит. Там наткнется на дистракта. Но дистракт, в принципе, ждет довольно-таки пассивно. Никуда не вылезает. Но здесь Джак, он опять же пытается сигнатурную зигу открыть. И у него почти это получается. 16 хп оставляет милости. Но у Джака на самого 10 хп. Мейнфрагер команда Аксесс пока что чувствует себя довольно неплохо, один из фрагов он уже совершил, уже сделал. Ну и здесь вдвоем Кузо, какую пачку спальни ставит у нас под Джактону. Ну и 3 в 4 от игрока, Чик, ой-ой-ой, забирает Канаду слайм, здесь Меридиан неплохо себя чувствует под Альфа, забирает второго. Ну а дальше Дистракт, конечно же, дело за тобой, команда в тебя верит, один в 3 ситуации, двое битых, один фуловый. Ну, в принципе, по силу этому товарищу затащить 3 фрага на его счету пока что. Ну и отпускают альфа, отпускают, правильно делают ребята с коллектива девочки интернет, не рвутся на фуловый дистракт, нужно дать поставить бомбу, а дальше уже троечка просто количеством зажать этого персонажа. Вот сейчас действительно девочки интернет хорошо огрызнулись, виден был тимплей у нас на Зиге, когда Куза там помог милости отыгрывать на шарте, забрали тем временем у нас и Джактона в центральном кафе, ну и конечно же, скорее всего, забирают также и раунд. Но здесь нет, все-таки Дистракт сопротивлялся еще немного, забрал родового меридиана, но Куза
оформляет даблкил в этом раунде. Это 4-4. И нас ожидает последний раунд первой половины. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Миссия успешна. Миссия успешна, это хорошо. Ну что, едем дальше, дамы и господа. Ребят, предупреждаю сразу, как бы после стрима, да, после катки, я всегда буду опыт на одну минуту трансляцию. Поэтому вы не пугайтесь, в случае чего, трансляция сегодня еще будет как минимум часа два. Но опять же, если не будет 10-0, 10-0 и так далее. Поэтому это такие игры заканчиваются обычно за минут 10-15. Так, ну что у нас, Flipside. Выход под Зигу, Канаду Слайд, здесь его встречать вместе с Милоси. Милоси отличная пачка, также Канада разменивается еще и под Джактону. Это 4 в 3, ситуация неплохо. Но там уже запад по танку есть, и Мадрид здесь, конечно же, в ловушке. Его должны защемить, да, защемили его. Редукто, ну и дальше 3 в 3. Так, здесь Дистрак занимает позицию в доме. А вот чего не ждет Канада Слайд. Вот так чего действительно она и не ждет. Или вон, прошу прощения, ребят. Так, ну здесь Кузу, опять же, очень круто действует у нас из-под... Из-под шарта забирает у нас своего визави, ну и редукту здесь 1-2, отыгровка, 67 хп на счету, откидывается Мухаешки, но здесь не желез, практически шапка еще предательски спасает у нас Милости, ну как же так? Ну что, это 5-4, первая половина заканчивается в пользу для команды Девочка Интернет, ну что, очень плотная борьба у нас на карте с главой центра между этими двумя коллективами, посмотрим, подарят ли нам такую же. Жесткую, яркую борьбу эти коллективы уже на смене сторон. Теперь за атаку отыгрывают на девочке интернет за Different Success. Ну и, конечно же, пожелаем командам удачи, чтобы у них все получилось. Наготовочки свои и так далее. Всем еще раз, ребят, привет, кто на трансляции. Так, я пока что браузер отключил, но сейчас с телефона Твича зайду. Посмотрю, может, кто что пишет, пишет, не пишет. Сейчас, ребят, секунду. Так. Так, 11 человек. Маловато, но тем не менее, всем привет еще раз, ребятушки. Надя, 18. О, дратуйте, Надежда, дратуйте. Справедливый, здравствуй, тоже вот. Пока вот смотрю с телефона, кто на трансляции, со всеми здороваюсь. Так, давайте посмотрю, кто у нас вообще, в принципе, на трансляции. Так, Амф, Катанка, Диман Вольс, Харт 96, Джойс, Серкс, Надя и Процесс, Сиреневая, Сполон, Справедливый и Висо. Всем привет, ребят, кого перечислил, всем вам хорошего настроения. Ну и ехала дальше, вторая половина между командами Аксесс и Девушка Интернет. Посмотрим, насколько сейчас выложатся ребята. Так, ну опять же, расстановочка довольно дефолтная под альфу, 3 человека. А, нет, не дефолт, это 3 под альфу, а Чик будет сейчас как раз-таки встречать эту позицию, но его здесь уже практически нагрели. Но все-таки успевает убежать Чик. А где WFVZG? На бутгембе они... Надя. Они тренируются у нас в квартире в Москве, поставили им 5 компов. Парни жарят, смотрят демки. Ребят, все хорошо. Ну что же, а здесь Аксессор принимает решение Аркадин Зигу, и довольно неплохо у них это получается. Получается даблкил. Ну и что же? Что же, это 5-5. 5-5, и снова у нас равный счет в игре. Команды действительно достойны друг друга. И показывают там равную борьбу. Куза. Тем не менее, чекает у нас, выход на шорт. Прошу прощения, на шорт, на лонг, все, что-то понесло. Не все степи меня. Ну что, здесь Милости уже даблкил оформляет в этом раунде, но Флипсайд еще и хаешки забирает на стрельке предательности Мадрида. Может трипл килл оформить сейчас Флипсайд, у Канады здесь вовремя должен приходить. Ой, релоуд какой не вовремя. Трипл килл от Флипсайда, а здесь на банан ушел. Канада слайд. А здесь выход на Джактона будет. Ну давайте посмотрим, как будет принимать эту позицию. Ой-ой-ой-ой, Флипсайд, квадрокилл оформляет. Жалко, не заснял я этот минус. Также, возможно, сейчас будет эйс у нас. Первый эйс на клановом турнире. Ну и Флипсайд, конечно же, бежит за своим эйсом.
Но нет, Кузы его здесь набревает. Джак наставил ему, но тем не менее. Куза не пощадил у нас квадрокильщика команды Access. И это... Это 6-5 за Access. Действительно, оборона. Очень, ребят, пока что выглядит довольно-таки уверенно. Герман, ты один из стримеров поедешь на ПБ или Шейхов? А эти ребята за что играют сейчас? Эти ребята играют просто, ну, как муза, да, надо. Это клановые турниры, ребят, так скажем, с территории кланов отыгрывают у нас. Обычный турнирчик, да, ничего особенного. Ребят, насчет... Так, ты один из стримеров поедешь на ПБ. Ребят, я на ПБ, скорее всего, не поеду. Такое дело. Ну что, у нас, кстати, пока я читал чат, у нас раунд забрали. Девочка интернет, и снова 6-6. Что же у нас, ребята, вообще ни капельки. Не жалеют друг друга, не оставляют друг от друга мокрого места. Борются до последнего. Ну и снова под альфу у нас Вердя Милости и Мадрид отправляются. Канада Слай будет отыгрывать по шартом. Куза чекает под железнены. Ой, это как? Это как-то так произошло, что это за вид был? Ну, вот такой вот скрытый смысл. Сами все узнаете, все увидите. Я думаю, вы наоборот еще больше будете рады. Так, ну что, у нас есть рестрелка под Альфой, на стрите неплохо действует Мадрид. Но, увы, и ах. Ну что же. Куза, также пачку лепит по редукта, неплохой минус. Ну и 3 в 2, игрока Джактон также делает минус по Кузе. Ну что же, милости, заход в Альфу, неплохая пачка по Дистракту. И Джактон, опять же, 1 в 2. 1 в 2. Бомба была установлена. Рестримить будешь, получается? Нет. Трансляцию будет стример, будет все, ребят, все будет нормально, не переживайте насчет стрима, стрим будет хороший. Даже, наверное, лучше, чем если бы поехал я. Ну, я не знаю, ребят, не буду пока ничего говорить вам, потому что это пока что инсайт информации. Все сами скоро увидите, узнаете, я думаю, вы только будете рады. Так, ну что, 2-2 у нас на смене сторон, а это означает, что девочка интернет снова выходит. Вперед. Милости топ-1. Да, милости настреливают довольно-таки неплохо. Вот. Единственное, что мне непонятно, вот Канада Слай, я знаю Олю, девочку, а у нее тоже была, был ник Канада. Я не знаю, она это, не она. Тот же вот милости, да, как бы ник вроде женский, поэтому не знаю, вроде боишься ошибиться, назвать парня девушку, девушку парнем, поэтому не знаю, как, стараюсь не акцентировать на личностях именно ники. Ну а что же, здесь редукт остается 1-3, опять его здесь тут же должен забревать. Как не попадает вообще, я не понимаю. Да, здесь от милости добивает у нас из-под альфа. Редуктор нового, это 8-6. И два раунда остается команде девочку интернет, чтобы завершить эту игру в свою пользу. Чё ты как тёлки немнешь, правду сказать он не может, да, лол. Причём тут правду сказать и так далее. Есть информация, которую нельзя говорить, есть, которую можно. Ну ладно, хитерок заехал, мага топовый пацан, желаю тебе здоровья, хейтеры прибавляют пару лет жизни, ну что же. Ну лучше гер будет только клан, или слэн, ну или талфа там, или не знаю, там сейчас какой-нибудь Билав, Гудхан и так далее. Ну что же, у нас снова перестрелка под альфа есть. И пока что 3-3, отыгровка от Канады начекал у нас. Начекал чека, ну и чика точнее. Ну и чик ставит по нему пачку, ну что же. Герой голос приятно. Да, еще бы было оборудование хорошее, как на Старладере, с пультом, со всеми прибамбосами, ну и было бы вообще замечательно. Конечно, на самом деле, вот, ну, в домашних условиях это немножко не то. Я вот когда вот на Старладере работал, да, мы там с Кваном комментили на пару. Было очень круто, то есть именно работать с профессиональной техникой, когда у тебя ничего от тебя не зависит, ну в плане того, что качество стрима, да. Ты стримишь это в удовольствие, а здесь как бы, ну, боишься немножко за качество, которое ты подаешь вам, зрителям. Ну и что? Это 4-2 на смене сторон и девяточка. 3 матч-поинта для команды девочка интернет. Ну что, посмотрим, как ребята будут отыгрывать. Это под Б направляются ребята, ну и посмотрим. Посмотрим, как милости будет открывать сейчас точку. А
А вот и первый выход, но Меридиан просто на ноже проходит, как его не прочекают? Как его редукты не прочекают, милость его за это просто наказывает моментально. Флипсайд с пятерки пытается нашить по пробегающим игрокам на длине, но здесь воды должен просто наказывать флипсайда, есть пачка по флипам, ну и 5-3 от игрока. Джак он делает один из первых, но этого мало. Милость вместе с Меридианом заминирует на бэплоту. Дистракт 1 в 3 остается, ну и конечно же, здесь шансов просто... Просто ноль. Меридиан Спарыч добивает своего оппонента. Это 10-5. Ой, 10-6, прошу прощения, ребят. 10-6 и девочка интернет выигрывает данную встречу, данное противостояние довольно-таки... Ну как, относительно легко. Как бы могло быть и больше. Но на самом деле аксессы до пары времени показывали очень равную игру. За что им опять же огромное спасибо. Так, ребят, как я и говорил... 30 секунд-минута релоуд стрима, и мы возвращаемся. Никуда не расходитесь. Ребят, скидывайте мне музыку, пожалуйста, в личные сообщения ВКонтакте, vk.com/gromovmavn. Скидывайте, буду ставить ваши треки. И с радостью будем их слушать. Ну что, уходим пока на небольшой перерыв.